Внимание поклонников фигурного катания по-прежнему приковано к белорусской столице. В Минск-арене продолжается чемпионат Европы, и сегодня проходит последнее соревнование. Спортивный форум уже стал настоящим праздником для поклонников этого вида. Болельщики смогли увидеть яркую развязку в женских соревнованиях с победой 16-летней звездочки из России Софьи Самодуровой и феноменальное выступление в парном катании дуэта из Франции. Участники чемпионата Европы отмечают высокий уровень организации и праздничную атмосферу на трибунах Минск-арены. Очень доброжелательная компания сидит здесь, поддерживает всех участников вне зависимости от стран. Поэтому самое главное для нас – это то, что происходит в зале. А в зале все потрясающе. Ну а сегодня мужчины уже разыграли медали. Вечером наступит развязка у танцевальных дуэтов. О результатах расскажут мои коллеги чуть позже в спортивном обзоре. Ну а завтра, в день закрытия соревнований, зрители ждет красочное гала-представление, в котором выступят победители и призеры чемпионата.